Представительницы прекрасного пола накануне принимали поздравления в честь Международного женского дня. Тюльпаны в этот день получили порядка 1000 тверичанок, которые воспользовались автобусами компании «Транспорт Верхневолжья». Какие слова услышали в минувший понедельник сотни тверичанок, которые воспользовались автобусами, следовавшими через центр города. Более 1000 тюльпанов в этот день им раздавали добровольцы, принявшие приглашение компании «Транспорт Верхневолжья». Несмотря на, казалось бы, мужскую специализацию организации пассажирских перевозок, она известна тем, что представительницы прекрасного пола составляют значительную часть ее персонала. Большая часть сотрудников, контролеров у нас женщины. Они решают очень сложные ситуации зачастую, избегают конфликтов. И надо сказать, что безбилетных пассажиров становится все меньше. Это во многом благодаря их тяжелой и упорной работе. В данный момент компания приглашает женщин для работы еще и водителями. Для желающих организовано переобучение за счет предприятия. Бесплатно поменять права можно будет с категории «Б» и «С» на «Д». Напомню, что с начала действия новой транспортной модели было принято на работу более 900 шоферов, среди них 47 женщин.